Меня давно нервирует, хотел сказать, бесит это увлечение молодежи репом современной городской молодежи. Но когда я пытаюсь погрузиться в дело внимательно, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, почитаю, у меня возникает сразу ощущение, что через некоторое время мы будем говорить, что реп – это русское искусство. Вот я рассказал сыну, что первый рэпер – это Маяковский. Вот он теперь классу все это пересказал, и они читают, согласились. Оппоненты из либерального лагеря начнут критиковать меня за попытку фальсифицировать историю своих интересов, устроят бэткомедию на ровном месте. Но мне есть что им ответить. Я, как историк по образованию, регулярно работаю в архивах, в том числе зарубежных. Я с уверенностью могу сказать, что Россия, я и лично Владимир Владимирович Путин вот, оказали на мировую культуру и вообще всю историю определяющее значение. Начнем с фактов общеизвестных, но которые либеральные друзья упорно отрицают. Что ж, сейчас они подавятся документами. Год назад я работал в архивах музея «Битлз» в Ливерпуле, и мое внимание привлек один малоизвестный снимок. Это один из первых концертов, который дала группа. Пятый участник группы. И кто этот участник? Не видите? Давайте посмотрим поближе. Владимир Владимирович Путин. Как тебе такой диссернет? И кто потом будет говорить, что Путин недостаточно рок-н-ролльный и не приносит нам ничего, кроме войн и репрессий? Владимир Владимирович Путин – синоним любви, а группа «Битлз» – его нежный ребеночек. А вспомните, например, бедного Алишера Усманова. Как все смеялись над ним, когда он сказал, что это он развивает интернет. Но я вам больше скажу. Он не только развивает интернет, но и вообще сделал невероятно много для всего компьютерного мира. Мой японский коллега недавно мне прислал первую редакцию игры «Марио». И что же вы думаете? Изначально эта игра называлась «Усмарио», и играли вы за крохотного Алишера Усманова, который спешит спасать принцессу. Да и ваш покорный слуга тоже не лыком шит. Вот, например, знаменитый фильм «Форрест Гамп» снят по мотивам моей жизни. Ни много ни мало получил 42 «Оскара». Да, вот так. И скажу я вам, у всех этих людей, которых клеймит провокатор Навальный в своем блоге, на самом деле огромное количество заслуг в контекстах мировой истории. Вот Виктор Золотов делает первый шаг на Луну. Вот Дмитрий Медведев, уснув под яблоней, изобретает гравитацию. Все эти документы на 100% настоящие. Их происхождение не вызывает никаких сомнений у любого прогрессивного человека. Так что это ваш выбор, на чьей стороне стоять. На стороне правды или людей, которые через обман и подлог пытаются заработать себе политические очки.